вечерах. И сейчас я с особенным удовольствием хочу пригласить на эту сцену моего гостя. И не просто гостя, а можно сказать, мою ученицу. Это замечательный черновицкий бард, многие из вас ее знают хорошо, Светлана Шаханова, которая мне посчастливилось заниматься с этой талантливой девочкой в свое время, заниматься не стихосложением, стихи я написала хорошо, она была не уверена, она так себя чувствовала зажата, как исполнительница под гитару, песен, но это замечательная поэзия, это замечательная музыка, сегодня это лауреат многих конкурсов, автор книг. Встречайте, Светлана Шаханова. Большой экспромт, я потому попросила Эмиля не убегать. Экспромт поэтический, поэтому я с вашего позволения просто почитаю. Поэт всегда немножечко влюблен. И в жизнь, и в город, и, конечно, в эти дворики, и в наши черновицкие историки, и в легкий хулиганистый шансон, гитара, звук. Дрожание души, когда струна по-светлому печалится. А муза неизменная начальница торопит и командует. Пиши! Перо, гитар, сцена, микрофон. И ты, рожденный в зимний понедельник, будь счастлив. И не только в день рождения. Смотри, весь зал немножечко влюблен. Я, с вашего позволения, покажу вам одну городскую песню и одну песню для души. Thank you.
песня не о гитаре. Песня называется «Гитарная страна».